Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Если вы сохранили ссылку для входа в клиентский кабинет хостинга TimeWeb, то входите туда по электронной почте и паролю, который вам пришел на вашу электронную почту. И можете переходить сразу к следующему уроку. А вот те, кто забыли сохранить, или не знаете, как это сделать, то этот ролик именно для вас. Для начала просмотрите мой ролик, вот этот, «Как за 30 секунд создать закладки в браузере». Ссылка на этот ролик сейчас в этом ролике появится в подсказках в верхнем правом углу. Нажимаете на эту подсказку и переходите, изучаете попутно и эту тему. После того, как вы создадите папку, например, «Сайт с нуля» или «Мой сайт» в верхней панели браузера, вносите туда все ссылки, которые вам будут нужны для входа и в хостинг, и в ваш сайт. Также вы можете войти в TimeWeb по ссылке, которая будет под этим роликом. Для входа подойдет даже ссылка для регистрации в TimeWeb. Также вы можете, например, вбить в поисковике Google или Яндекс вот эту ссылку. https://2flash.hosting.timeweb.ru. Ну, как по мне, так я считаю, что закладками пользоваться намного удобнее. Когда вы первый раз будете входить в хостинг TimeWeb после регистрации, то выплывет табличка. В этом всплывающем окне вводим либо логин, либо электронную почту и пароль, который вам прислали на почту от входа в панель управления хостингом. В следующем ролике я вам расскажу, как зайти в панель управления сайтом. Так что продолжаем обучение, создаем сайт с нуля на канале Валентина Синема 2. Подписываемся, кто не подписан на мой канал, ставим лайк, делимся информацией со своими друзьями. Сайт – это очень полезная вещь. С ним вам не придется ни звонить, ни приглашать в свои компании, тратить на это кучу своего драгоценного времени и нарываться на постоянные возражения. Ну вот лично для меня это не мое. Через сайт люди сами придут туда, где они найдут то, что давно искали. Жду вас на следующем уроке.